Я всех приветствую. Здравствуйте. И сегодня мы будем с вами печь хачапури с ветчиной и сыром. Для этого нам понадобится мука 500 грамм здесь, ветчины и сыра где-то грамм по 160, ну грамм по 200 можно, и майонез 220-250 грамм, соль чайная ложка без горки, дрожжи тоже чайная ложка без горки, майонез 200 грамм, мы отрежем немного, это пачка 250, одно яйцо для смазки. Так, одно яйцо. И 180 грамм воды. Итак, приступим делать тесто. Начинку пока уберем в сторону. Немного отрежу от пачки. Так. Остальное сюда. 50 грамм там немножко осталось. Соль и дрожжи можно сразу сюда. Теперь мы это вилочкой аккуратно вот так сделаем, чтобы проще было смешивать. Можно, конечно, миксером. Мягкий маргарин, конечно, должен быть. Если миксером, то это очень быстро. А если вот так вручную с мукой смешать соль, дрожжи, маргарин в крошку, а потом добавим воду. Так, у нас получилась вот такая крошка. Маргарин смешался с мукой полностью. И теперь он свободно замесится в тесто воды, когда добавим. Добавляем воду. И замешиваем тесто. Тесто получится эластичное, хорошее. Такое примерно получается тесто. Сейчас домесим на столе. Оно получится как песочное такое. Вообще очень вкусно оно само по себе. Даже можно типа, ну как печеные палочки такие сделать из такого теста. И будет вкусно. Потом можно просто разделить на колобки или сделать колбаску и разрезать ножом. Примерно грамм по 80, по 100 разделить на кусочки. Вот примерно такое. Вот такой консистенции. Можно чуть-чуть дольше помешать. Или можно положить, допустим, на минут 15 его просто отдохнуть, потому что там дрожжи, чтобы немножко начали они активироваться. Ну, сейчас вот так помесим интенсивно. И думаю, все будет прекрасно. Так, делаем колобки. Примерно вот такие. Прямо вот так вот руками можно. Я привыкла так. Кто-то может в колбаску сделает. Можно и так. Шесть. Семь.
8, 9, 10 и 11. Сейчас вот так подщипнем. 11 будет. Там начинки у меня чуть больше, потому что... Ну, примерно одинаковые разделить. Сформируем колобки. Муки не надо, никакого масла на стол тоже не надо. Достаточно жирненькое тесто, оно само по себе нормально, не липнет ничего. Кто не умеет катать колобки, могу сейчас прям показать. Смотрите, берете вот эти два пальца, вот так на стол прям, этими просто накрываете. И пошли. Чуть-чуть вот как туда под низ подминаете. Все, колобок готов. Одиннадцать колобочков получилось. Сейчас буквально минут пять пускай полежат они, отдохнут. И начнем делать. Прошло буквально минут пять. Тесто у нас отлежалось, отдохнуло. Я тем временем включила плиту уже накалиться. Нам надо будет в раскаленную до 180 градусов поставить ее. Отпекать примерно 180-190 градусов. Минут 15-20 будем. Итак, начинаем раскатывать. Так, в стороночку пока пооткидаю. Большие катать не надо. Вот такие вот, не крупные. Потому что слишком большие уши будут, тоже некрасиво. Прям вот так вот, раз и все. Можно даже руками их делать. Ничего страшного. Ну так ровнее, поаккуратнее. Вот этот, видишь, что раскорячило как. Так. Прям слегка такие. Там потом мы их подтянем, как нам нужно. Не стану даже останавливать камеру, потому что это быстро. Все на ваших глазах. Так. Ну вот, сочни наши готовы. Теперь берем ложку. Кто хочет, можно руками. Я вот без камеры, я бы даже руками это сделала. Примерно вот постолько. Сильно много не старайтесь положить, потому что будем защипывать, когда может не получиться. Если будет вылазить где-то за края, то потом не защипнется. И в итоге все повылезет, потому что нужно защипнуть очень хорошо. Чуть малейшая дырочка будет, и эта вся начинка полезет наверх. Так что нужно прям аккуратненько. Руками быстрее получается гораздо. С ложки вот так. Точную рецептуру оставлю под видео. У меня здесь гораздо больше начинки. Кстати, если у вас получилось много начинки, как у меня, вот так, допустим, ничего страшного, можете ее заморозить. И потом, когда надо, очень быстро, как видели, делается тесто.
Вот осталось начинки у меня еще. Вот столько. Можно начинки, да. Она и делается быстро, в принципе. Так, начинаем делать, чтобы вам видно было. Собираем в треугольник. Защипываем. И вот так вот заворачиваем. Вот такой хачапурчик. Укладываем на смазанный лист. Делаются быстро. Кто не умеет закручивать, смотрите, показываю. Берете, вот как будто вот так заваливаете и заворачиваете. Раз, 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 раз. Все готово. Все. Сильно они не расплываются в стороны. Слишком далеко не обязательно укладывать. Такие хачапурики. Тесто получается очень нежное, вкусное такое. Оно вроде как и рассыпчатое, и в то же время не как прям вот печенье песочное. Ну, вкусное получается. Сейчас мы это все сделаем, потом смажем яйцо и в печку. Вообще вот так, допустим, пришли гости. Можно по-быстрому сделать. Не как дрожжевое обычное тесто. Его ждать надо. Это ждать не нужно. Вот хочу как-нибудь с вами еще сделать брусничные пироги. Ой, это, ребята, вообще прелесть. Такая вкуснота. Начинка брусника и сахар. Очень вкусные. Я работала и работаю в Аниксе. Мы делаем такие пирожки на продажу. Но в детстве, когда я ездила к бабушке в деревню, точно такие она делала в русской печке. Брусничные пирожки. Мы когда их начали в магазине делать, о, говорю, ребята, так это пирожки моего детства. И по вкусу, кстати, такие же. Частенько говорят, ой, да сейчас ерунда, все невкусно, все с добавками. Неправда. Вот хачапури, вот этот рецепт, именно так мы делаем в пекарне. Вот именно так. И никак иначе. Начинку, конечно, вы можете какую хотите делать. Ну вот ветчина, сыр и майонез вкусная. А там уже по желанию смотрите, какую хотите делайте. Можно попробовать такую, а потом уже что-то корректировать. Кто-то, допустим, захочет, как пирожки с зеленым с луком, яйцом, я тоже думаю, будет вкусно. Все, считаю, что и доделали. Осталось смазать яйцом и поставить в печь. Вот смотрите еще. Когда заделывать начинаете, вот этот бортик старайтесь сделать повыше. Маленький, не аккуратный, маленький такой, низенький, не старайтесь даже делать. Пускай будет гребень вот этот повыше, потому что его удобней закрутить. Низенький неудобно закручивать. Итак, так маленько осталось. Вот что у нас получилось. Вот такие хачапурчики. Сейчас мы яйцом
Можно просто яйцо, можно кто-то молочка добавляет, кто-то водички добавляет. Ну, я просто яйцо разбила и все. Сболтнула его. Все смазываем яйцом. Сейчас яйцом смажем. Дадим буквально им чуть-чуть подняться. Можно не давать. Кому слишком к спеху, можете не давать подниматься. Они тоже будут вкусные. Но можно дать чуть-чуть подняться. Попышнее, чтобы немножко были. Но опять же говорю, если прям на скорую руку, можно этого не делать. Хуже они не будут. Они будут чуть-чуть пониже. Если сразу, чуть плотнее получаются. Если, да, чуть-чуть расстояться, то чуть пышнее. Все, ставим в печь. На 190 градусов поставлю на 20 минут. Или посмотрю, может на 15. Там уже нужно смотреть, корректировать каждый по своей печке. Хачапури наши готовы. Я себе уже заварила чаек под крышечку. Буду теперь есть такую вкуснятину. С удовольствием вам бы передала. Ну, даже запах не передать. Так жалко. Смотрите. Какие они сочные, вкусные. Не все дожили у меня до финала съемок. Потому что очень вкусно. Всем советую. Готовьте. Готовится просто и очень вкусно. Кому понравилось, всех жду на своем канале. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите, что еще хотели бы увидеть интересного на моем канале. И всем до свидания. Надолго не будем прощаться. До новых встреч.